Но не, не получилось. Очень они. А вот туда закинем. Yes. Неплохо там получилось. Так, у нас одна липучка осталась. Ну, не липучка. В отличие вот от той, которой нет. В прямом понимании этого слова. Ну такая, на присоске. Так, пистолет сняли. Ну, пистолет 3 патрона у нас осталось, не есть. Хорошо, зато 200, больше 200 патронов здесь. Так, с этими мы легко расправляемся. Ну-ка, скушайте. Ой-ой-ой. Попали. Отскочат сейчас и долбанет их. Да, нормально там. Так, с этими окей. Ой-ой-ой. Надо быстрее, быстрее, быстрее. Так, все, уже на издыхании, на последнем. Ой, может быть, убежать стоит отсюда? Да, мы сейчас убежим. А то нас еще завалят. Так, сверху никого здесь нет. Да, все окей, все чисто. Рискнем с пистолетом. А, нет, они с щитами. Лучше наверняка. Все, с этим очень легко расправились. А возьмем-ка мы вот это вот оружие их. Ух ты. Какое оно крутое. Правда, мало заряда здесь. Переходим в следующий сектор. Так, смотрим быстренько, что у нас здесь. Так, друзья, переходим в следующий сектор. Он наполовину занят вражескими силами. Нам нужно обойти, как нам подсказывает нежный женский голос, обойти с тыла и разгромить врага. Сейчас этим и займемся. Так, хедшотами будем мочить. Ой-ой-ой-ой-ой. А, здесь мертвый. Так, липучку. Отлично, взлетел. Так, этого сбили. Они что-то все начинают разбегаться. Такс. С этими все. Этот готов. Этот готов. Этот тоже. О, там какие-то серьезные ребята пошли. Ладно, сейчас поступим следующим образом. Неплохо, да? А что с гранатой моей? Он, походу, ее каким-то образом снял. Я вам, кстати, защитное поле себе сделал. То есть оно не простреливается никак. О, мать их! Это что за гиганты? Фак! Нам нужно их разгромить. Кстати, вот это что такое? Ну да, это будет получше. Так, вот это у меня есть две гранаты. Ух ты, батюшки мои. А если вот так? Черт, они могут и убить. Так, он сейчас может просто кидануть эту машину и добраться до меня. My fucking god. Как же мне их пройти? Да может быть их не надо убивать? Может быть, они разрешат мне пройти и так? Блин, да тут куча их. Фак. Не, их надо как-то мучкануть. А вот это что такое?
Фак, он прожигает. Так, смогу его, интересно, добить. Сейчас пальнет. Ну, понятное дело. Нормал. Ай-яй-яй-яй. Он чуть меня не попал. Так, ну ладно. У нас, в принципе... Так, окей, окей, окей. Ладно, выходим. Чё прятаться-то? Ничего не получится. Он же сейчас может меня долбануть так по-серьезному. Эх. Ничего не получается. Это что тут? Непонятные какие-то кучки. Гасим, 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 гасим. Грены вы здесь, конечно, не помешали. Так, есть, один готов. Фига себе, долго я его мочил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, нужно еще что-то оружие взять. Ну, это пукалка вообще, несерьезно. Фак. Что-нибудь посерьезнее дадите, блин. О, застрял. Так это нам на руку. Почему я его ударить не могу? А, стоп. Сдыхай уже. Сдох. Да, вот это баг пропустили разработчики. Так, ну что ж, у нас есть теперь две липучки. Сейчас мы вот так вот налепим. Взрывайся. Второй. Эх, промахнулся, ну ладно. Надо спрятаться в укрытие. Фак-фак-фак-фак-фак. А, у нас еще одна липучка есть. Yes. Мелизгу надо еще завалить. Они тоже такой существенный урон наносят. Сейчас мы поближе к нему. Блин, путаю кнопки. Отличаются кнопки удара с приклада от тех, которые использовались в Halo Reach. Так, этого сняли. Тоже неплохо. Шикарно. Еще один здоровяк. Все, с этим готово. Так, тут у нас что? Тут у нас установка стоит. Оператор установки мы тоже сняли. Замечательно. Ну что ж, можно идти далее. У нас есть нормальный запас патронов. Поэтому вперед. Ночное видение здесь явно ни к чему. И так все хорошо видно. Так, давайте карту-то посмотрим. А, все. Стоп, 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 стоп. Так, этого сняли. Но они меня не заметили. Да, не заметили, поэтому особо и не сопротивлялись. Так, New Intel Data.
Открыть упавшую капсулу. Так, ищем упавшую капсулу. Вот она. Наверное, за нее бой шел. Да? Так. Даже давайте открываем. I'm here. I gotcha. А это что такое еще? Чё за осьминог? Пришелец. Ура! И снайперской винтовки сняли. А помните в начале игры, когда командир давал вот этому винтовку снайперскую, он сказал, а зачем она мне? Разве она понадобится на корабле ковенантов? Вот похоже, что именно из нее. Он и снял этого пришельца. Hey, Romeo, you got your ears on? Oh, I get it. Permission to speak, smartass. No, I don't know what it was, but it was gonna grease your ass good. Еще один член отряда. Just like it did the captain. Ромео. You're from Mickey, Dutch? Negative. The rookie. We need to get above this crap. Link with the B-net. One of our drones must have seen where they hit. So we're popping smoke in the lady's mission? She ever tell you what she wanted? No. Never. Doesn't matter. All I care about now is getting my men out of this city. Even you. Я согласен, что нужно убираться из этого города. Но прежде чем это сделать, они должны найти друг друга. И снова возвращаемся к новичку. В руках он держит разорванный член Дейр. Так, включаем ночное видение. Смотрим. Следующую цель. А вообще цели у нас расположены достаточно, ну, в пределах, естественно, в пределах Нью-Мамбасы. Вот, то есть здесь, вот смотрите, требуется найти, точнее, осуществить поиск Кизинга на бульваре Кизинго в Они Альфа